что ж, всем привет, с вами Даниэль Метрополитанчик, это у нас ЭД4МК-0026. Так. Уважаемые пассажиры, мы прибываем на конечную станцию Ярославский вокзал. Как класс, отделка. Сидушка. При выходе из вагонов не забывайте свои вещи. А сейчас забытых другими пассажирами просим сообщать поездной бригаде. Желаем вам всего доброго. Спасибо большое, вам также всего хорошего. Так, у нас тут счастливый путь. Спасибо большое, да? Тут у нас тоже вагон остается. Ну, тут у нас отопитель такой вот имеется. Так. Ну, тут вагон у нас имел всякие разные сиденья там третьего класса. Обычные лавки ремонтиновые, как в обычных ЭД4М. А также еще у нас, так скажем, лавки были второго класса и были лавки первого класса еще. Мягкие такие диваны. Раньше ходил по всяким там экспрессным маршрутам Москва-Рязань, Москва-Калуга или что-то типа такого подобного, вот. Но вот этот электропоезд, так вот, он какой-то такой своеобразный, потому что на самом деле, чтобы такой поймать, это надо стараться. Он такая относительно редкая, ЭД4МК-0026, как и в целом серия ЭД4МК, в принципе. В общем, вот это самое мое любимое место. Вот тут последний вагон, садишься вот так вот, видишь, кайф. Вот такой у нас, потолок у нас такой. Чего? И вот что, какой вид у нас. А это у нас хвостовой вагон. Воняет сортиром. Туалет у нас такой вот. Здорово, здорово, ребятки. Так, унитаз. Вода течет, кстати, это хорошо. Хрен знает, что это за штука. Москва, Александр. Тут можно высунуть голову. А это 2Т здесь. Спокойно можно. О, вот это у меня же обзор был. От 7 мая или 6. Потому что видео уже было про электричку. Это бывший Желдоровский экспресс. Желтуха. Имела она такой желтый окрас. Мы пробиваем уже на конечной станции Ярославский вокзал. Ну там уже готовятся всякие там поезда, которые дальнего следования. Это там Ярославль, там Восток, Чита, разные города, Омск, короче, вот это, которые на Транссибирской магистрали расположены. Это вообще законно ходить по путям. Ну там разные локомотивы, почтовый вагон там есть. Так, ну тут у меня сейчас пьяная фильтр стоит. Не знаю почему. У меня фокусерка такая отвратительная просто. Итак, ну что, с вами был Даниэль Метрополитанчик, так что подписываемся на канал. Ставим лайки. Всего хорошего, всего удачного и хорошего дня вам.